Мемориальный комплекс «Остров Людникова» – то место, каждая пядь земли которого полита кровью защитников Сталинграда в суровые годы Великой Отечественной войны. Нескончаемым потоком сюда идут туристы из разных городов и стран. Это памятник федерального значения, но благоустройством территории вокруг него, как и всех памятных мест города, занимается администрация района, где он располагается. Вот эту парк-зону, она была передана в МБУ Краснооктябрьской ЖКХ, которая сегодня осуществляет ремонт. Будем говорить, облагораживает, косит траву, сажает цветы и поливает данную часть комплекса. Остальное, к сожалению, пока еще федеральная собственность, которой мы такого прямого не имеем бюджетного влияния, но тем не менее все те объекты, которые здесь существуют, оно остается не без внимания, потому что в нашем районе, как и в городе, есть небезразличные люди, которые откликаются на призывы ветеранов, совету ветеранов в той части, чтобы поддерживать вот такие исторические, будем говорить, объекты. Однако выложенная здесь всего лишь год назад благотворителями плитка не выдержала постоянных перегрузок и перепадов температур, из-за чего часть покрытия была разрушена. С просьбой привести в порядок памятное место городским властям обратились ветераны войны. В прошедший вторник на аппаратном совещании администрации Краснооктябрьского района департаменту городского хозяйства было поручено оперативно и качественно провести ремонт участка. В течение короткого времени за внебюджетные средства, я хочу особенно это подчеркнуть, потому что людей, которые оказались не безразличны к этому, у нас немало, откликнулись люди, оплатили плитку, оплатили работу, и такая площадь 200 квадратных метров была выполнена заново брусчатка для того, чтобы вокруг могил, вокруг Поклонного креста опять была благоустроена зона. Работы по благоустройству территории мемориала будут продолжаться и дальше. Уже намечен план работ, который предстоит выполнить в ближайшее время. Чтобы не поливать и поливальниками, и ведрами, завод «Баррикады» нам водовод двухполосной, так сказать, здесь сварил. Сегодня, кроме них, с «Красным октябрем» заводом договор подписывается о подаче технической воды сюда для поливочника. Ну и МБУ Краснооктябрьского ЖКХ, который покупает, значит, ту разбрызывающую саму систему, покупает счетчик, покупает запорную арматуру для того, чтобы здесь полноценно могло быть организован полив. Такие инициативы не могут не вызвать чувство благодарности и уважения со стороны жителей нашего героического города, всех тех, кому дорог подвиг советского воина в годы Великой Отечественной войны.